Скажи мне, пожалуйста, этот ресторанчик, вот этот вот. А кто делал заказ? Таня делала. Танечка, нам назначили на какое время? 3:15. А сейчас сколько? У нас как раз 20 минут дойти. Обратно назад. Идем. Скажи, солнышко, что мы там должны были бы взять, чтобы не зря попасть вот именно в это место? Там вот. Очень вкусная рыба. Так. Надо там вспомнить, я не готова. Надо вспомнить. Там очень я вкусная когда увижу... касадия. Да, очень да, касадия со шримпами, по-моему, да? С креветками. Да, с креветками. Так. А ну, представляешь, они там шримпов-то креветками называют, представляешь? Зрители наши. А, да? Да, да. Ну так а шрипы-то есть креветки. Да. Правильно, вот они их так и называют. Так. А между прочим, я сегодня прочитала, знаете, что есть? Что? Такое, если я правильно произношу, есть такое еще морское животное, называется криль. Вот мясо криля. Вы когда-то слышали про это? Да, конечно, конечно. Масло криля я принимаю как этот самый омега-3 соль. Да, но что такое криль? Вообще криль ты знаешь? Это тоже это большая креветка. Значит, я пошла на Google, так, естественно, так. И хотела посмотреть, в чем разница между креветкой и крилем. Что оказалось? Я так понимаю, что Света права, что криль – это большая креветка, но это не та, которая называется лангустом. Так. Лангуст – это рак. Нет, это не рак. Так. Большие но... вот лангусты совсем-то есть раки. Они по-русски называются лангусты и раки. А Света, не выдумывай. Друзья, все идут в Google и так, ищут лангуста и рака. Ну хорошо, так и что? Криля. И в чем криля, разница да. между... Крилем. Крилем я первый Ой, раз. Ой, я тебе расскажу анекдот. Давай. Значит, две девахи беседуют. Вот ты сейчас такой, он интеллектуальный анекдот. Значит, две девахи беседуют. Одна говорит, у меня парень новый, говорит, так он ветеринар. Вторая говорит, а что, воевал, что ли? Ветеран. Да, значит, та говорит, да ты чего? Говорит, дура такая. Это, говорит, которые мясо не едят. Ну, я не знаю насчет блондинок. Не надо из блондинок вот этого делать. Вот. Кроме того, бывает крашенная блондинка, вот этот искусственный да. интеллект, понимаешь, это да, тоже да, обманчиво. Да, да, да. Да. Слушай, тут, да. в общем, назвать это парком, конечно, сложно, в том смысле, что, ну так, тропа, фактически. Мы, к сожалению, да. не дошли до самого конца и не спустились. А, там тайдспул, да? На берег, к океану, ой-ой-ой. И песок там потом очень... Битый и небитого везет, смотри, прям такие, маленькая девочка большую везет. Так. Да, там довольно-таки очень интересно, особенно сейчас, когда отлив. Света, а маски есть у нас в ресторан-то? Машины. Так. Отлив. И что отливается там? В смысле, что обнажается? Обнажается природа морская, очень красивая. Может быть, на обратном пути, когда мы поедим, если не будет совсем темно так. и будет желание, можно пойти и спуститься туда. Понял. А вот скажи, кто у вас за рулем? Миша. Слушай, так мы можем с тобой, может быть, по рюмочке? Я тогда Свету по посажу, рюмочке. Пусть она ведет свою машину сама. Слушай, домой. Я недавно только... Я не повезу по таким. Но. Я недавно для так. себя обнаружила совершенно потрясающий напиток. Водка. Называется... Нет. Так, а что же там? Называется он... Сейчас дайте вспомнить. Но. Да, да, действительно. Виски, текила. Нет, это коктейль... Тань, как этот мексиканский называется коктейль? Мохито с какой-то. Не-не-не-не-не-не. А... Короче, Маргарита? Это... Нет, это пиво с томатным соком. Ё-моё, разве можно так? И такие специи туда идут. Пыво. Это Блади Мэри называется. Нет, нет, нет. Блади Мэри с водкой. С водкой. Друзья, ну что, придётся в Google? Пыво с томатным соком. Вкусно? Говорит, поубывал бы. Безумно. О, хороший вид на пляж. Друзья, мы еще так хорошо на пляж не смотрели. Вон там пляж. Вчера, да, я статью даже нашла. Да. Мичелада. 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 Так. Угу. О. Мичелада. Очень люблю этот напиток. Напиток. И если сейчас он будет в ресторане, куда мы да, пойдем? Ну тогда попробуем. Будем пробовать. Покажу.
Друзья, будете в Сан-Франциско, ну или там в Кремниевой долине в целом, приходите вот сюда. Значит, ориентир – это спиртозавод, ну это дистиллери. Это там, где перегонка происходит. Дистиллери – это перегонка. Но надо уточнить, что здесь как такового завода нет. Может быть, он когда-то был? Наверное, был, да, наверное. Да. Был. Вот. А, ну, во всяком случае, не, ну а чего бы он тогда так назывался? Сейчас это ресторан. Просто. Но мы не знаем, если это завод был на месте этого ресторана или где-то еще. Возможно, что да, но возможно, мы не знаем. Ну, надо почитать. Понимаете, они могут завтра там поменять вывеску на Портнов Компьютер Скул. Знаете, вы будете думать, что Портнов Компьютер Скул в 20-е годы участвовала в незаконной перевозке алкоголя во время сухого закона. Правильно? Но это чисто вывеска. Чисто вывеска. Рима, какую роль, если какую-нибудь, сыграла Портнов с Компьютер Скул в твоей судьбе? Ну, во-первых, я встретила очень хороших друзей, так, с которыми с 94-го года. Мы продолжаем общаться. Это в нашем лице? Ну да, Света, так, и Миша. Окей. Я считаю, что это самое главное. А ты никогда не думала, может быть, надо было тебе плюнуть на твой этот аккаунтинг и вот как все тестировать? Как все. Ну, да. Такое, как все, я не была уверена, так, что я хочу быть как все. Так. Поэтому я выбрала уникальную профессию. Ну, так, настолько уникальную, а так вот как жизнь шла, повернула, поворачивала. Ну, а вот нет такого ощущения, что считаешь чужие деньги и думаешь, что-то как-то, думаешь, а что же чужие, все? Ты знаешь, я скажу так, что нет, не считаю. Когда я была еще девочкой... В школе. Пойдем мох снимем. Так. И я помню, что мои родители, моя мама воспитывала меня и сестру. И в частности говорила такие вещи, что девочки, всегда в жизни кто-то будет успешнее, богаче. Так. Так. И стремитесь... Конечно, к лучшей жизни, но никогда не завидуйте. Так. И мы выросли так, что у меня абсолютно нет никому зависти, ни в отношении денег, ни в отношении каких-то материальных благ. Но тебе нравится вот аккаунтинг? Вот сидишь, считаешь денежки, там сводишь дебет с кредитом. Ну, моя роль в аккаунтинге не в том, чтобы считать чьи-то деньги, свои или чужие, а... А что ж ты тогда делала? Аккаунтинг и финанс – это очень большая область, так, где существует миллион разных больших и маленьких микроспециальностей или не микроспециальностей. И да, потенциально все, конечно, завязано на деньгах, но сами процессы... Ты эти деньги не видишь, ты в руках их не держишь, ты их не считаешь. Так. Вот, ну какие-то там, да, там отчеты, ну я сейчас не буду давать... То есть ты рекомендуешь, короче, девчонкам, да. Ну, да, если вы приезжаете в Америку... А платят нормально? Можно жить на эти деньги здесь? Вот? В зависимости от вашего опыта и... образование которого... Вот я, например, начинала с самого нуля. То есть моя первая работа, она была до смешного, я имею в виду, вот именно в аккаунтинг. На $8? Нет, мне тогда дали... А я, кстати, очень интересная. Вот, очень интересная. Я не знаю, могу ли я это все... Давай, конечно. Значит, работа вот в чем... Значит, как я получила свою первую работу? Я когда приехала... в Америку. С работой вообще было тяжело. 92-й год. Работала где-то в детском садике и так далее. Подохватила еще языка. То есть я довольно-таки хорошо говорила, понимала и так далее. Но в Москве ты чем занималась? Я работала в издательстве Советской России техническим редактором. То есть понимаю. Никакого отношения это не... К деньгам не имело. Абсолютно, так. Да. Так. И мои подружки, которые здесь тоже приехали недавно, но которые имели уже экономическое образование и устроились бухгалтерами, и вот одна из них мне все время говорила: послушай, ну нужно какую-то нормальную специальность иметь, да, на будущее, мало ли как жизнь сложится. Кстати, ее слова оказались, к сожалению, пророческими, потому что я мужа потеряла в 2007 году, и я ей очень благодарна, что она тогда меня как-то подталкивала к тому, чтобы приобрести такую специальность, которую бы, с которой бы я
не пропал бы в жизни, скажем так. Да. Я пошла учиться в колледж. Все было новое. Было тяжело, потому что терминология была совершенно... То есть для меня два слова, как кредит и дебет, я больше ничего не знала. Ну хорошо, сколько тебе дали на старт? Вот, и на старт, я пошла на старт, они мне предложили $14. А я понимала, что я ничего не понимаю. Ну это в те времена, может, не так плохо было? Ну, это было, конечно, или $15. Я что-то, $14 или $15 мне что-то такое дали на час. Да. Это было, конечно, мало. Ты же сам понимаешь, не проживешь на эти деньги. Но, когда я поняла требования, которые от меня требуются, я поняла, что я с этим не справлюсь вообще. Ой. И чтобы не показаться полной идиоткой, так, я сказала, что я хочу $18. Каково же было мое... Чтобы они тебе отказали. Чтобы они мне отказали, совершенно верно. Мне было безумно стыдно, я не знала, как оттуда уйти, потому что я им вешала лапшу на уши, говорила, я все знаю и умею. На самом деле... А не поверить Риме нельзя, друзья, вот я вам точно. Так, ну. Вот, но надо заметить, что к тому моменту я уже училась, я уже брала много классов. Я пошла в колледж, но я не была абсолютно, я была сырая, я не была готова к тому, чтобы начать самостоятельную работу. Так они тебе дали 18? Каково было мое удивление, когда мне через 2 дня перезвонили и сказали, что мы вам даем $18, когда вы можете приступить к работе. Я была в шоке, я была в панике, потому что я понимала, что я это не потяну. Подожди, ну ты справилась в итоге-то. Но они же не выгнали тебя? Они меня не выгнали, и я сильно очень переживала, что не сегодня, не завтра. Значит, что мне помогло? Так. Две вещи. Первое, то, что когда они меня брали на работу, я сказала, что я работала аккаунтинг, но я работала с другой софтверной программой, а ту, которую используют они, я не знаю, и что мне нужно будет этому научиться, они сказали вообще без проблем. Так. А вторая вещь, я безумно благодарна моему менеджеру, который был мой менеджер на тот момент. Я не буду сейчас его имя называть. Да, не надо, не надо. Но моя благодарность в том, что, безусловно, он меня раскусил через, я не знаю, 3-4 дня, что я абсолютно ноль. Вот просто ноль. И моя благодарность ему за то, что он не дал мне утонуть, а он меня просто вот учил всему. Вот он сидел со мной, он мне рассказывал, он мне показывал, он мне дал возможность проявить себя и показать, что я с этим справлюсь. Я работала каждый день по 10, 12, 14 часов. Но ты в итоге долго там пробыла в этом месте? Я пробыла, наверное, 2.5 года. Ну, то есть он не зря. Я закончила колледж. Силы вкладывал. Нет, да, не зря. Я закончила колледж. Но одно дело, конечно, образование, другое дело практика. Да. Вот, и после этого я стала расти, куда-то расти, расти. И материально это... тоже? И, ну, конечно, материально, да. Материально. Ну, ты не была, давай, скажем, CPA, да? Ты не получала? Нет, CPA – это уже отдельная история, я это не получала, это уже совершенно другая. Ипостась. Ипостась с деньгами, да. Да. Нет, я... Вот, например, у моей подружки, которая в аккаунтинге, и которые имели опыт работы в нашем бывшем отечестве. Отечестве, да. И, конечно, намного опытнее меня. Они достигли намного больше, чем я. И я считаю, это, так сказать, могла ли я этого достигнуть? При желании, да. Но были очень многие обстоятельства, по которым я этого не сделала. Существенно довольна ты или нет? Вот если довольна, значит, я хорошо. Довольна. Ну, все. Мне нравится. Что еще? Я работала после этого в нескольких компаниях. Я, наверное, в такой известной, например, как Adobe. Да. Это известная компания, я работала. Сейчас я работаю тоже. На меня ты показываешь? Нет, я туда показываю. Океан. Так. Вот. И я работала в других биотехкомпаниях. Сейчас я работаю уже 10 лет в софтверной компании, очень известной, worldwide, то есть с хорошими бенефитами, с неплохой зарплатой. Поэтому сказать, что жизнь удалась, ну, наверное, она удалась, да, если бы не трагические моменты, которые случили в Бэйре, моей жизни. Зарплату опытного бухгалтера такого, аккаунтента. Аккаунтента. Да, можно жить нормально? В Бэйре? Да. Но ты живешь в Бэйре? У меня другая ситуация. Значит, если... Нет, нельзя, Миш, нельзя. Нельзя?
ты в Бэйре на эту зарплату, если это семья из двух человек, где один человек или в бизнесе, или в хай-тек и занимает хороший пост, да, можно хорошо жить. И, ну как, жить мы сейчас не касаемся вопроса покупки дома, да, потому что это отдельная история. Но, в принципе, да, можно хорошо жить и путешествовать. Друзья, когда Рима говорит про бизнес, я хочу уточнить. Если второй человек, кто сидит в бизнесе, где он хорошо зарабатывает. Очень многие бизнесы вообще ни хрена не зарабатывают. Только вот собой, сидит да. мужик на иждивении у своей жены, вот, и делает вид, что у него бизнес. А она пашет, можно сказать, за двоих. Есть такие, я знаю, да. Я знаю такие семьи. Мы все знаем такие. Ну, да, Миша правильно сделал эту заметку, что я, конечно, имела в виду... Бизнес с бабками. Да, бизнес. Да. Даже если он там просто ворует. Но деньги есть. Так, хорошо. А вот мы подходим к нашему ресторанчику. Да. У нас заранее забронировано. Столик мы специально это сделали на улице. А много, много столиков там есть? Сейчас посмотрим. Где сесть-то? Надо нам маску взять. Вот, Света пошла к машине, она сейчас нам принесет две маски.